Мой отец таджик, моя мама татарка. Сам я родился в советском Таджикистане. В семье мы всегда говорили на русском языке. До сих пор и сам я, и все мои дети говорим и думаем на русском языке. И то, что сегодня происходит в мире, я считаю абсолютно недопустимым. И все, что я хочу сказать, хватит ненавидеть русских.